Добрый день, дорогой Герман. Как у вас дела? Понравилась вам вчерашняя наша работа? Какие прислали комменты? Ответили ли вы на них или будете еще отвечать? Расскажите, как у вас дела вообще? Добрый день, Хасай Магомедович. Добрый день. Да, хотел бы вот поделиться с вами, как говорится, дальнейшей моей работы. В дальнейшем плане пришло осознание того, что раз я сумел выйти из этого стрессового состояния, значит, я могу и противоположное сделать. Я, значит, могу войти и в благостное состояние, и находиться в нем, допустим, столько, сколько я захочу. Значит, я продолжил эксперимент, сделал опять те движения, которые от меня тело требовало. Тоже где-то я занимался, наверное, в течение 15-20 минут разные упражнения. Делал их и одновременно, 2-3, допустим, и хлёст, и, допустим, моргание глазами, и, ну, в общем, тут и по системе ФА, и Да, так. синхрогимнастика. И получилось, поймал я, вот тут прям надо откалибровать, чувствовать. Поймал я, вот оно пошло, думаю, надо все останавливаться потихонечку, волну и направлять свою энергию туда, куда я хочу. А хочу я, так скажу, хорошего настроения, находиться как можно дольше в хорошем настроении, потому что сам по себе угрюмый человек. Ну и как бы заботы, заботы, хлопоты не дают нам. И пришло понимание, что чтобы прийти в это состояние, это всего лишь надо убрать вот эти нервно-мышечные зажимы и вот этот психический стресс, который у нас находится. То есть два органа. И Да. оно само приходит. То есть это все в нас, естественно, с детства есть. Поэтому говорят, станьте как ребенком, да, искренние реакции, То есть искренние это чувства. ваше естественное состояние. Да, и мы про него забыли. У нас его украли. Мы забываем, Кого? потому что мы все время задействованы в каких-то процессах, мы забываем, что если мы побудем самими собой, мы придем к тому, какими мы и есть, и в детстве такими всегда были. Это Да, нормальное состояние, естественное. и вот у вас, да, есть же у человека будущего, то есть такое понятие, как нравственность внутри нас, да, то есть наш кодекс поведения записан уже жизнью в нашем духе. Наша задача его прочитать. То есть нам не нужны правила, скрижали, законы, нам не нужно ничего, у нас это все есть, и наша задача вот именно. И вот тоже пришло понимание, что через вот эти упражнения, через выход в это состояние нулевое, мы находим вот эту связь со своим духом, с Да. нашей естественностью, кто мы есть. То есть это вот про Честера, да, человек естественный, то, что он есть, вот что. Вот самое главное, что вот это естественное состояние люди не ценят, во-первых. Во-вторых, это трудно выразить словами, трудно выразить. И поэтому столько-столько много написано, и во всех этих описаниях об этом как раз и речь. Будь самим собой. Счастье быть собой. Много об этом говорится. Будь естественной, будьте как дети и спасетесь. Много об этом говорится. Так это же и есть то самое естественное состояние, которое нам от рождения присуще, когда у нас нет стрессов, травм, нет. Такое нормальное, естественное состояние. Оно и есть нулевое. Вот ко мне звонят, Получается, прошу ага. прощения. Прошу прощения, мы еще потом раз встретимся, хорошо? Через день Хорошо, Хасан Магомедович. все подписывают комменты, пишут вопросы, задают. Да. И на наш YouTube подписываются, на Telegram подписываются. Сейчас будет очень интересный вебинар в среду 20 часов. Пишите, пожалуйста. Да, спасибо вам большое. Всего Спасибо. доброго. Я очень рад, что вы пришли к этому выводу. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо за вашу работу, Хасан Спасибо Магомедович. вам. До встречи. Мы будем продолжать встречи, да? Да, обязательно. Все, Будем спасибо. делиться. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
Алло. Да, Костя, привет, дорогой. Просто у меня запись была. Просто у меня запись была. Можешь ты мне буквально через 5 минут перезвонить? Тебе удобно? Да, у меня есть новости, я хочу с тобой поговорить. А? Спасибо. Через 5 минут буквально я буду. А?